Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас я приготовлю белый соус, он очень вкусный, подходит и к птице, и просто к каким-то легким закускам. Его можно кушать ложками, он вкусный, полезный, здоровый, и от него фигурка не портится. Для соуса я использую чашку орехов, орешки я измельчу в ступке, один зубочек чесночка, одна часть вкусной жирной сметаны, я думаю, 200 грамм будет достаточно. И одна часть майонеза, тоже грамм 200. Может меньше. Пока положим меньше, потом будет видно. А также хвостики от одного пучка кинзы. Именно хвостики, они должны быть сочными и ароматными. Хвостики я очень-очень мелко порублю. Орешки. Еще орешки здесь. Сейчас я попробую. Возможно, всего уже достаточно. А ну-ка. Ой, как вкусно. Я сюда положил 1/3 орехов со 100 грамм. 200 грамм сметанки. Майонезика, наверное, грамм 70-80. Пучок кинзы. Зубчик чеснока. Друзья, такой белый соус очень вкусный, полезный и здоровый. Если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные-огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня – это самое спокойное место.